Всем привет! Садоводы-огородники чаще всего любят делиться положительным опытом и хвастаться. Но иногда у нас бывают и огорчения, как и у всех нормальных людей. И я решила вам рассказать о своем горьком опыте. А я подозреваю, что у меня случилась на тыквах черная ножка. Одна тыква похожа у меня совсем уже. Ну, а что похоже? Уже 100% на ку-ку. Все. Как всегда, у меня ассистент сопровождает. Барсик Иванович. И вторая тыква, похоже, тоже у меня кукукается. Судя по тому, как выглядит ее нога. Причина. Во-первых, я больше чем уверена в том, что я совершила ошибку, которую настоятельно не повторять за мной. У меня вытянулась довольно-таки рассада, ну и я решила ее заглубить. А этого категорически делать нельзя. Ну и второе, конечно, я не предусмотрела никакой профилактики, ничем не брызгала, не поливала специальными средствами. Типа фитоспорина, и не закладывала никаких таблеток, которые могли бы помочь. Ну, я вот так подозреваю, что я в этом году останусь без тыкв. Я не знаю, буду ли я сажать что-нибудь сейчас, или пусть уже отдохнем без тыкв в этом году. Да, и еще, раз уж я тут проговорила, что я придумала от мышей. Вот такая вот фигня. Ну и вроде как помогает. По крайней мере, больше я не вижу здесь никаких ходов и разрушений. Кабачки вроде сидят. Хотя, мне кажется, я их тоже немножко заглубила. Но эти вроде живы. Пока, по крайней мере. Так что, может быть, кому-нибудь мой отрицательный опыт пригодится. Не повторяйте моих ошибок.